Мы выбрали, выиграли демократию на Майдане. Ну давайте тогда жить по-демократически. Мы провели выборы 25 мая, мы провели выборы 26-го, и все. Нравится этот человек, который в Верховной Раде, там депутат, не нравится. Был он на Майдане, не был, он такой же народный депутат. А если мы будем все время говорить, они же не были на Майдане, а какое они имеют право тут быть депутатом? Мы их за ноги, давай их в АТО. Мы раскочегарили так народ, раскочегарили людей так, что теперь сами не знаем, что с ними делать.